Дорогие наши друзья, уважаемый Алексей Александрович и Ольга Ивановна, мы поздравляем вас с юбилеем, с 50-летием вашей совместной жизни. А также с днем рождения, Ольга Ивановна, мы вас поздравляем. На 17-18 мы поехали венчаться с ним. Двое на велосипеде. И ехали за 18 километров. А в 4 часа утра мы выехали. В 5 мы были там. Здорово. Ага. И у меня священник был это знакомый. Нам открыли церковь. И все. Колец, вы говорите, колец. У нас не было их тогда. Сбегала попадья, заняла у кого-то кольца, нам чужие. Ого, вот интересно. Да. А и в 6 часов мы с ним одни в церкви. Глухота. А луч солнышка прям так на нас падал из окна, с того с верхнего. Интересно. Ага. Очень интересно, да. Лучик этот был. Да, спасибо. И священник нам накрыл стол, даже сам денег не взял, и стол. Мы так же выпивали мы у него. Хорошо. Очень здорово. А приехали домой назад. Уже нас все мои сестры. У меня же не было родителей. Ага, шарфик оденьте сейчас. Да. И да. Это. И стол тоже нам накрыли. На шубу посадили. И молока налили вместо водки молока. И клюковки туда набросали. Чтобы детки были эти беленькие. И румяненькие. Вот здорово, да. Да, дедушка, было такое? Было. Ну ладно, все, да? Все, хорошо. Ну все. Здорово. Все, красиво. Красиво. Буду я без конца любоваться, и лелеять тебя, и ласкать, и твоей красотой упиваться, от улыбки твоей трепетать. А любовью нельзя насладиться, понял я это, милый, сам. Хорошо бы сто раз возродиться на земле этой солнечной нам. Я твой ангел-хранитель родная, на земле у всех ангелы есть. Ты не просто богиня земная, а ликующая радость и песнь. Ты не просто богиня земная, а ликующая радость и песнь.